Салют, братишки и стрёнки, микрофона Мистер Кей. И прямо сейчас в GTA 5 мы будем впервые для себя тестировать игрушечные машинки с бомбой. Я не знаю, вы уже слышали или нет, но в GTA 5 Online вышло обновление, где добавили самые настоящие игрушки на радиоуправлении с бомбами для битвы на арене. То есть, мы уже, в принципе, катались на игрушечных машинках, но чтобы с бомбой, чтобы взрывать их дистанционно, такого не было. И я подумал, почему бы нам прямо сейчас не отправиться в город за Франклина и не поразвлекаться с такой игрушкой? Я нахожусь рядом с клабхаусом байкеров, потому что именно у них располагается фургон, вон он стоит, где лежит куча таких машинок на радиоуправлении с бомбами. И мне нужно сейчас как-то аккуратно туда прокрасться, чтобы меня не заметили, и украсть этот фургон. Причем я, наверное, сразу протестирую такую машинку прямо на месте. Попробую взорвать самих байкеров. Мы можем взрывать теперь абсолютно все, что угодно. Полицию, байкеров, банки, магазины, гетовцев, кого угодно, и ничего нам за это не будет, потому что делать мы все это будем с вами дистанционно. Вот только как попасть к байкерам незаметно, я не знаю. Давайте попробуем проникнуть, наверное, с какой-нибудь другой стороны, но здесь у нас оказывается один сплошной забор. Да, здесь мы не пролезем. Ну, а давайте просто к ним зайдем. Надеюсь, нас никто не заметит. Мне главное сесть в этот фургон и уехать отсюда подальше. Ребята, если вам нравятся игрушечные машинки в GTA 5, не забывайте ставить зверские лайки и приятного просмотра, но у меня возникла проблема. У меня появились тут новые байкеры. Короче, я выгляжу как байкер, я считаю, да. Пусть они примут меня за своего. Здоров, парни, как дела, как делишки, как жены ваши, да-да, как мотоциклы. Все круто, все, мы проникли вовнутрь, никто нас не заметил. Сейчас также пафосно сядем в этот фургон. Ну, тогда давайте попробуем сейчас сразу все это дело запустить. Так, смотрите, выбор машинок на самом деле огромнейший. Мы сегодня их все, разумеется, посмотрим. Давайте начнем, наверное, с первого, что есть в этом списке. Ну как, здесь машинки-то одни и те же, да? Только с разными, я так понимаю, приспособлениями. То есть спойлер, нетс, комбинат. Не знаю, комбинат, скорее всего, и то, и другое. Окей, давайте ее и возьмем сейчас. И попробуем прокатиться. Ё-моё, мы на игрушечной машинке самой настоящей. Она выглядит гораздо круче, чем те модификации, с которыми мы играли. Потому что у нее есть физика. Она туда-сюда наклоняется вот так вот. Там есть даже человечек внутри. И знаете, что самое интересное? Здесь, когда мы отъезжаем, видите, сигнал ухудшается. С каждым метром сигнал ухудшается. Это прям добавляет реализма. Прям вспоминаются времена GTA Vice City, GTA San Andreas, когда мы гоняли на таких игрушечных машинках. Окей, давайте взорвем тогда вот прямо этих байкеров, которые здесь стоят. Так вот к ним заедем. И они пока что ничего не подозревают. Заподозрили. Бомс! Просто разнес их на куски. Ой, они уже побежали. Разбегаются, сразу пересрались все. Ладно, все, мы забрали их в фургон, уезжаем отсюда. Что же, я предлагаю тогда сейчас поэкспериментировать, что мы можем взорвать. Давайте отправимся, наверное, к банку. Да, отправимся к банку Лос-Сантоса, к Pacific Standard Bank, который мы пытались когда-то ограбить. И вместо того, чтобы его ограбить, мы попробуем все это дело взорвать. Я не знаю, получится туда попасть или нет. Если не получится, то тогда как-нибудь снаружи что-нибудь взорвем. Там машинку можно взорвать, знаете, вот. Ну это просто пранки невероятные могут быть. Если мы будем на расстоянии подъезжать кому угодно, к чему угодно, и тупо взрывать машину. Это жесть же, это просто гениально. Блин, я обожаю теперь эту модификацию игрушечной машинки в GTA 5. Ладно, мы уже почти приехали. А смотри, тут есть аллея славы, смотрите. Там такси стоят разные, куча разных туристов. Давайте возьмем теперь другую машинку. Это Trophy Truck Combinat. Окей. Так, это получается, ну тоже такой оффроуд. И не знаю, на что напоминает. Trophy Truck, типа по тропикам, может быть, пизда. Так, хорошо. Давайте попробуем подъехать сейчас к какой-нибудь куче. Я знаю, вот тут всегда много народу стоит, да, тут какой-то кинотеатр. Либо можем взорвать этих двух таксистов. Смотрите, они стоят, ждут клиентов, а я могу сразу двоих, наверное, вот так вот зацепить, если вот тут вот стану. Все, вы готовы ко взрыву? Бомс! Да! Я сразу две таксишки взорвал. Одна, правда, не взорвалась, она загорелась вроде как.
Но чувак, который там сидел, он все-таки... Оу, боже мой! Все на хочи разлетелось. Круто, круто, окей. Едем дальше. Тут, кстати, и банк-то, оказывается, рядом с нами совсем находился. Давайте сначала попробуем в него самостоятельно зайти. Я просто не уверен, что он открыт. Я ту модификацию с ограблением банка уже удалил. Скорее всего... А, ну он открыт, но он пустой внутри. Да? Да, он внутри пустой, поэтому я не вижу смысла его взрывать. Так что поехали дальше развлекаться. Я предлагаю отправиться сразу в сторону гетто. К полицейскому участку. Потому что в гетто есть полицейский участок, открытый. И мы попробуем на машинке прямо вовнутрь заехать и взорвать весь полицейский участок. Вы, кстати, можете в комментариях предлагать мне разные идеи для игрушечной машинки с бомбой. И интересно, я буду осуществлять, потому что это, ну, абсолютно новый уровень. Так что жду ваши предложения в комментариях. И не забывайте подписываться, чтобы не пропускать будущие интересные видео. И ставить лайки, разумеется. Так, хорошо, хорошо. Ну, ехать нам до гетто, в принципе, далеко, так что можем по пути еще кого-нибудь, что-нибудь взорвать. Вот смотрите, огромный грузовик, да, огромный грузовик перед нами едет. Он сейчас остановится на светофоре. Это будет наш шанс. Это будет наш шанс отправить туда... В этот раз я отправлю туда гэнг буррито. Во, во, это получается, смотрите, это миниатюрная... Миниатюрный фургон. Круто. Блин, только вот... Ай, уехал, уехал. Тут грузовик уже. Надо мне другую цель какую-нибудь найти. Пока что здесь постоим. Кстати, давайте попробуем уехать от... Кстати, я же вот не показал вам. Здесь есть бомба, она реально прикреплена. И там тикает таймер. Я не знаю, что произойдет, когда он закончится. Мне прям стало даже интересно. Эта машинка взорвется или нет? Давайте дождемся окончания таймера. 3, 2, 1. Нет, он заново начал тикать. Окей, окей. Тогда давайте просто попробуем уехать как можно дальше от нашего грузовика. И что произойдет? Ух! Сигнал портится, сигнал портится. Ау, мы там кого-то взорвали, и гидран взорвался. О, новый грузовик, так, понятно. Я снова возьму гэнг буррито. Давайте попробуем к нему подъехать. Он зачем-то остановился. Но если он остановился, то это повод заехать под него, разумеется. Вот так вот, давай, давай, давай. Блин, там уже водитель вышел, чё ты вышел-то? Чё ты вышел? Ты что, хочешь с игрушечной машинкой посражаться? Давайте задавим его. Опа, нет, задавить у меня его не получается. Давайте еще раз. Ладно, так взорвем. Баум! Отлично! Сейчас грузовик взорвется, надо от него отъехать. Отъезжаем, отъезжаем, отъезжаем. Мэм! Боже! Зачем эта машинка сзади стояла маленькая? Ладно, едем дальше. Нам еще километр осталось до полицейского участка. Посмотрим, что там еще можно взорвать как раз таки. Заодно мы посмотрим абсолютно все машины из GTA 5 Online игрушечные, потому что я не все далеко смотрел, которые были там. И здесь они все тебе доступны. Ну, как там, вроде 5 или 6 машин всего лишь, но с разным тюнингом, так скажем. Есть без спойлеров, есть со спойлером, есть комбин. В общем, вы бы поняли, что я имею в виду. Ну, а мы тем временем, друзья, приехали к полицейскому участку. И взрыв полицейского участка — это будет уровень будущего. Взрыв полицейского участка на игрушечной машинке. Только вдумайтесь, это реально уровень будущего. Настоящий теракт. Окей, давайте тогда прямо тут припаркуемся, чтобы меня никто не заподозрил. Хотя меня уже, скорее всего, заподозрят. Там нет никого рядом с полицейским участком. У меня даже возникает вопрос, сможем ли мы заехать вовнутрь. Давайте возьмем вот эту вот машинку Big Beat. О, круто, круто выглядит. Так, хорошо. Попробуем заехать по лестнице вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хорошо, забрались. Так, а внутрь сможем заехать? Да, мы заехали. Мы заехали в полицейский участок. А где вся полиция? Где вся полиция? Почему тут никого нету? Я надеялся кого-нибудь взорвать. Может быть, вниз спуститься? Я думал, что тут будет полиция. А тут, оказывается, пусто. Никого нету. Обычно там полиция стоит у входа. Ладно, давайте-то взорвем прямо здесь машинку. Бау! Тем не менее, план мы осуществили. Там даже пожар начался. Я... Опа, опа, смотрите, побежал, побежал полицейский. Отлично, это наш клиент. Так, куда ты там побежал? Он просто убегает? Он просто пересрался. Смотрите, как он бежит, как он дропает. Что делать, что делать? Бум! Отлично, все. Он тоже готов. Слушайте, ну раз мы здесь находимся, давайте еще тогда полицейские
машины взорвем, которые там припаркованы. Поехали туда. Так. Так, отлично. Подъезжаем сюда и... Опа! А, блин, просто куча можно их туда наспавнить. Хорошо. Я предлагаю отсюда уезжать. Самое крутое во всей этой ситуации. Нам не дают звезды за это. Полиция приезжает, они там в шоке. А звезды там нам никто не дает, потому что никто не знает, кто управляет этой игрушечной машинкой. Это кайф. Это тупо кайф. Хорошо, я сейчас хочу какую-нибудь подставу осуществить. Хочу взорвать полицию в городе. То есть там нужно найти какую-нибудь патрульную машину в городе. Мы к ним подъедем и их как раз таки взорвем. Как вы на это смотрите? Я думаю, смотрите, это как раз положительно. Оу! Так. Главное не проморгать. Не проморгать полицейскую машину. Они, в принципе, хорошо выделяются. Так что, надеюсь, нам сейчас попадется какая-нибудь здесь. Так, здесь ничего нету. Буду пока направляться в сторону другого полицейского участка с надеждой, что где-нибудь по пути мы все-таки увидим полицейскую тачку. Буррито, может, буррито взорвали? Горячая буррито! Кто хочет горячая буррито? Так, здесь тоже ничего нету. Мы, знаете, в целом можем просто сделать взрыв, чтобы копы тупо сюда при... Я знаю, как мы призовем сюда копов. Это план гениальнейший просто. Хорошо, паркуемся здесь. Достаем телефон. И звоним 911. Так, 911. Все. Я вызову полицию сюда. Зачем мне ее искать, если я могу вызвать полицию прямо сюда? Правильно? Правильно. Так, да, мне, пожалуйста, сюда полицию этих наглых, грязных, самых наглых, самых продажных и грязных копов. Сюда мне, пожалуйста, пришлите. Так, все, полицейские едут. Давайте возьмем тогда следующую машинку. У нас осталась вроде как последняя модель. Это Midnight. Воу, она мощно выглядит. Нравится. Нравится ее стиль. Так, вроде как она едет оттуда. Или оттуда. Я ее слышу, но я ее пока не вижу, так что просто ждем. Просто ждем. Они не будут ждать чего-то такого от игрушки какой-то обычной. Так, где эти копы? Где эти копы? Где эта полиция? Ну же, я ее слышу ведь. Че, где она? И это называется полиция? Да она едет полгода сюда, ну сколько ждать-то мне ее еще? Мигалки отключились. Че? Где полиция, блин, моя? Я вызвал полицию, почему она не приехала? Ладно, тогда все-таки сделаем горячий буррито. Боумс! Вы видели, мы когда в него врезались, он решил выйти из машины. Ладно, поехали дальше. О, собачка убежала. Черт, я ожидал, что полиция как-то лучше приедет. Ну, кстати, я уже знаю, тут находится неподалеку от меня полицейский еще один участок. Давайте прямо туда отправимся. И там 100% должны стоять копы. Там всегда стоят копы. Ну, что ты делаешь? Что ты делаешь? Бешеный. Так, где-то здесь он располагается. По памяти я пытаюсь его найти сейчас. Вот, за мэрией. За мэрией он располагается. Я это отлично помню, так что заруливаем туда. Прям по встречке. Прям по встречке заруливаем туда. Зачем нам чего-то сторониться? Да, вот стоят копы. Очередные продажные копы. Так, хорошо, я тогда сейчас вот тут припаркуюсь. Берем, получается, как раз таки эту игрушечную машинку и едем к ним. Как они вообще на это дело отреагируют? Давайте сначала посмотрим. Hello! Как дела? Как дела? Чё будете делать? Они к пушкам потянулись. Чё хотите? Чё хотите? Вы думаете, вы такие крутые, да? К пушкам потянулись, да? Да вы мне ничего не сделаете. Ничего не сделаете. Опа, сейчас стрелять будет. Мне звезду дали? Мне дали звезду, смотрите. Жесть. Окей, там взрываем. Бум! Отлично. Сразу две звезды. Чисто под самый конец они что-то как-то перестрались и дали мне звезды. Ладно. Ладно, тогда валим отсюда. Придется сейчас скрываться от этих двух звезд. Ребята, я уверен, ну, можно какие-нибудь эксперименты еще придумать. Я надеюсь на вас. Так что думайте, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И все в этом духе. Ну, а теперь на этот фургон нужно, разумеется, сохранить. Я не собираюсь его нигде просирать. Так что нужно уйти... уйти от полиции. Как можно быстрее. Вот она за мной едет. Можем же их взорвать. Я же хотел взорвать полицейскую машину. Давайте. Ой, не-не-не-не. Они тут меня пытаются окружить.
Идите нахрен от меня! Не хочу я в КПЗ. Так, я вот сюда вот сейчас заверну. Я просто в ком-нибудь переулке сейчас скроюсь и никаких проблем. То есть, это все решается крайне просто. Кстати, можно игрушечную машинку еще и в метро отправить. О, да. О, да! Так, все. Они меня потеряли из виду. Это мой шанс. Это мой шанс где-нибудь заныкаться. Так. Давайте вот тут вот заныкаемся на этой площади. Вроде как меня никто здесь не пропалил. Все четенько. Так что здесь мы и остановимся. Ну что, ребята, огромное спасибо всем, кто посмотрел это видео. У микрофона был Мистер Кей. Всем хороших игр, хорошего настроения вам. Удачи и пока.